Прилетела в США, говорят, санкции. Я пытаюсь найти, где же санкции. А я тащила, как дурачка, Джек Дэниелс из США, а его тут полно. И мексиканское виски, и какое хотите. Представляете? Это, говорят, санкции. Вот я ищу, где же санкции. Мне что-то рассказывали, что санкции вроде бы есть. Я смотрю. Итальянское, итальянское, итальянское. Вот такое сладкое вино. Вот это мое любимое, Блаш Розе. Сделано в Италии. И это вот все итальянские бренды, смотрите. Вот, пожалуйста, вам. Все. Италия. А французские есть? Ага. Вот французские, да? Вина. Юг Франции, непосредственно от Прованс, долина Роны, вот Бордоль, красный Прованс, чуть выше Бургундии, здесь Бордоль, соответственно, Эльзас, более северный регион. Что-то я смотрю, у вас тут санкции не особо, да, действуют. Вообще не есть. И вообще не действуют. Санкции вообще не действуют. Так я вот пытаюсь во время санкций понять, то ли мне французское купить, то ли мне итальянское. Ясно? Может быть, итальянское. А покажите, какие на сладкие. Я сладкие люблю. Сладкие, Да. тихие вина. А вот я вообще, вот любимое у меня розе, вот это, да, что-то по аналогии есть? Большой газации. Ага. Сейчас от А этого мускатики есть? же производителя. Ага. Акция 730 рублей, 200 Дешево, рублей. да. Кафе Мускат, обратите внимание, идентичная. Обалдеть. Этикетка такая же. Видите? Здесь просто единственный момент, на 2 градуса больше. Там 5, а здесь, ну, там 6, да. Здесь 8,5. Но это уже многовато, да, градусов. На самом деле, обратите внимание, вот стандартная крепость игристого 1,5. Ну нет, ну нет. Нет, мускаты. 12. Понятно, но Мускат мускат же бывает и сухой исполнитель. 5%, 4%, 6%. Мускат именно в А сладком это не исполнении. Дасси? Но стильского это мускат. Ну, если мы говорим про хорошую акцию, мускат. Ну да, ну вот процентик как-то смущает, 8% смущает. Ну, понимаете, это все равно немного для базовых игристых. На Ламбруско идет базовые итальянские хорошие акции. Сейчас идет для Мобини 555 рублей, пожалуйста, со слабой газацией идет как раз. Сколько процентов? Ну вот 8%. Видите, я люблю слабенькие, такие, что 5%. Ну, поинт в том, ребята, что есть что хочешь. И итальянская, и французская. И те, кто рассказывает, что санкции действуют, они явно, что походу не действуют, да? Я так поняла, что у вас американские есть, и мексиканские, какие хочешь бренды. Пожалуйста, текила, ром, Сибур, восточная часть Европы, немецкие, австрийские, греческие, австралийские, А что вроде говорят, какие-то акцизы будут рассматривать на импортные вина? Меньше телевизор смотрится. А, ну это в Думе говорили, 200% акциз. Я думаю, как же так, как же я буду свое розе... Они же сами эти же вина пьют. Как же я розе буду Они пить? Российское не пьют. Понятно. Ну, может, какие-то российские есть хорошие, но я люблю конкретно муската. Но мускат именно в такой слабенький, как вы подыскиваете, 5% объемов можно встретить только в регионе Мускаты, да? Вот, пожалуйста, фамилия Мароны, 5% объемов, клетчик просто уже не будет. Ну, это, конечно, цена не та, которая... Вот это прекрасное тоже вино, меня оно устраивает, Блаш. Просто вам показал... То, что есть, да. Хорошо, ну, сейчас я на него посмотрю еще. Его газация чуть-чуть сильнее, чем у этого, то есть где-то же вино тоже ничего. Производитель это один делает, один и тот же. Пользуется прекрасной акцией, хочу говорить. Да, но только количество спиртного смущает в этом вине. Хочется полегче. Это хорошо тем людям, которые... Потепление сейчас 8,5, это очень хорошо. Я сразу потеплею до полного. Я имею в виду, что в принципе сейчас просто тяжело вина до такого довести. Объемы крепости для игристого или типа вина, это... Ну, Дасти, они же в специальных стальных контейнерах делают, вот таких вот стальных емкостях. В стальных емкостях очень многие вины выдерживаются, не только... Ну, скатцем по себе. Ну, чтобы не маленький процент держать, они держат. Полностью сделал сухим, он часто дает миндальную неприятную горчинку, чтобы от нее избавиться и сохранить легкость и цветочность, поэтому его оставляют таким. Останавливаю брожение больше повара. Да, и холодных. Ну вот, ребята, я вам экскурсию сделала. Посмотрите, что бренды всякие есть. Не пугайтесь, в России вы найдете все, что вам надо. Вот такого стиля не будет, я же вам говорю, это только в одном регионе, в одной стране.
Ну, потому что в Америке они у них завалено этим мускатом все. Калифорнийским. Какого хочешь? Красное, розовое.